Хаюшки, ребятки, с вами Лекс. И Аполло. Да, и Максим Аполло. И забиваю, почти забиваю гол. Чисто почти ворота, видел как? Кто не знает, во что мы тут катаем, тут Москва. Так это Rocket League. Да, кстати. Забыл представить. А кто знает? Вы классные парни. Давай, это мне пас. Я на середине. Я в воздухе летаю. Да вон ты рядом с мячом, я вижу, что ты. Ты никого не обманешь. Синий, куда он пнул? Ой, дурак. Батя у него там ник? Пусть будет батя. Блин, я просто промазал. Они выбили. А, блин. Выбежь, да? Отлично. Около ворот стою. Фа. Ладно, выбью. Не выбил. Ага, неплохо получилось. Было очень близко. Я вы... Короче... Найс. Таранул пацана, а он в мяч улетел. Давай. Ой, видел? Меня взорвали. Ты видел это? Отомсти за меня. Нет, не видел. Пацан... Ой, гол. Нет. Короче, таранул пацана машинку, а он улетел мяч, и благодаря этому мы не забили гол. А, они не забили гол, все верно. Что-то, блин, как мудаки играем. Да. Пинвай. Хорошо. Давай, жду. Жду паса. На серединку. Как смог? Да это не на серединку. Как, чувак, я же не сказал то, что на середину, я сказал, как смог. Фак, да почему? Нормально же было. Нормально же общались. Ну, ребят, ну чё? Фак, 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 фак. Ну, я не могу, я на крыше. О, вижу. Чего? Меня взорвали. Фак! Значит, ты ещё засейвишь нас. Хорошо! Конечно, засейвлю, как я могу без этого? Скотина, выбил. Вижу, ну, вижу шарик. Блин, плохо. На середине стою. Ничего не могу с ним поделать. Ну я вообще говорю. Так. Вытнул. И... Жалко. Все время забываю про шифт и... Он забил. Да, забил. Тут уж ничего не поделать. Да я, блин, круг зачем-то начал наворачивать. Надо было... Все время забываю про шифт, типа, чтобы, типа, быстро разворачиваться. Да пропускайте, давайте, чмурдяи. Отличное начало. Камбэкаем. Да, черт возьми. Я все поле проехал задним ходом. Спасибо, что заботил меня вообще. Да когда ты меня заботил, ты меня ударил еще хорошо, чтобы я не ударил по мячу. Взорвал его, чтобы он не ударил. Отлично получилось. Все мой. Нет, не мой. Я уже на середину хотел выходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выбил. Он тоже выбил. Красава. Да сука, он у меня на крыше был, я не мог ничего сделать. Пускай. Смотри, он сейчас на моей крыше будет и все. И что я могу сделать? Я не прыгнуть не могу назад его отбить, ничего не могу сделать. Взял. Нет. Да эти козлы, блин, хорошо играют. Такс, неплохо. О, на середину так, прям вытнули. Это я сделал. Ну это... Меня там нету. Твоя вина. Я же с тобой стоял. Меня поддерживал морально. Нифига он быстрый, да что ж такое-то? Ну Хан! Он, чё он там? Да я не знаю, да это специально походу было. Он же специально видит походу. Просто стоит. А, нет, он в воротах катался. Мне казалось, он стоял там. Я улетел. Я в их воротах, если что. Ничего не понимаю, что происходит. Ладно.
Минута? Ну чего? Да, ты что хотел? Три гола забили. Ты что, прикалываешься? О! Это я сделал. У них все время есть ускорение, меня это бесит. Это проигрыш явный. Я не попал. Давай. Оп! Ага, окей. Да нет, это ни о чем. За 22 секунды надо забить нам 4 гола. Как бы тут вообще без вариантов. Да. Крыш катаюсь. Еще забил. Не, это. Да ни о чем. Это мы вырежем. В смысле вырежем. А, у нас бот играет, потому что. Ты уверен, что это бот? Уверен. То есть бот? И они даже разошлись такие, типа, в баню. Бот забил. Смотри, они просто взяли и разъехались, потому что, типа, мы и так, типа, никчемные. Не, и один просто обидно. Протаранил его в бочину, а второй такой, типа, что ты делаешь? Еще 3 гола. Фигня осталась. Вот, 3 секунды, 2. Вот за 1 секунду надо успеть забить еще несколько голов. Скотина. Ну тут ни о чем вообще, пиздец. Я не могу. Дали новую тачку. Готовность. В бане тут реванш, они слишком крутые. Ну, все равно сейчас с ними попадешь. Ай, нет, только не это. Там двое из них. Ну, ладно, двое такое. Врум-врум. Блин, какие-то вообще... Может, не читеры, слышь? Какие читеры? Вообще ни о чем же играют. Не знаю. Ну, да, вообще. Теперь мы за красненьких. Ну, за оранжевых, если быть точнее. Если быть точнее, то за... Жалко, что не вот эта... не та карта, которая мне понравилась, которая, типа, как средневековая такая. Она такая спокойненькая, там вообще так тихо, мне нравится. Поехал без мяча уже. Так, мы забиваем в синие ворота, окей, окей. Забью в синие, так уж и бы... Блин, он отбил, козел. Я так четко на шифте развернулся. Еду. Мудачина. Казим? А, да, он же там был. Я подумал, что чувак, который был за нас. Это вообще им было круто. Я не могу. Или сам добивает такой. Да либо это ни о чем, вообще ни о чем, я не знаю, как играть. А? Нет, либо объехать как-нибудь. Да вообще, мне вот такие вот мудаки бесят. Он меня выкинули. Он просто по прямой ехал, но что-то вообще не могу. Мудак. А так это опять бот, что здесь говорить. Да, у нас боты. Да, теперь я понял, почему это боты. Потому что и искусственный интеллект. Ну же, бот, сделай что-нибудь полезное для этого мира. Взял. На середине стою. Выпнул как мог. Ну никак вообще. Я мимо проехал. Не было ускорения. Гол, почти забил. Ты видел, как я его вытащил? Я его вытащил. Ой, ой, я ой, вытащил. Бот забил снова. Ой, бот спас. Ты не видел, как я его вытащил? Блин. Я не видел чего. Я сквозь поворотом, короче. Ну блин, это сложно объяснить, но это офигенно было. Велосипедный удар у меня получился какой-то. Задом. Беру. Опасный момент, удар. Ура!
Да я, блин, ты слишком меня это... Повеселил? Нет. Жаль. Ты ж не умеешь этого делать. Ой! Эй! Я вообще ерунду сделал. Не тем боком ударил. Я не могу ничего сделать просто. Нормально, нормально, нормально. Они тоже не смогли ничего сделать. Блин, он забрал мое ускорение, козел. Давай, 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 наш мяч. Все, я взял, взял его. Сильнее выпнул. Нет, не взял. Взял, но не попал. Хорошо. Что? Направо, направо выпинывай. Да, я направо выпинул. Меня взорвали. 7 секунд меня не будет. Шучу, одной. Одной секунды. Я слишком далеко. А он тем более не в центре, он пролетел как-то мимо. Да, ничего, с ним фартануло. Не могу... Уже на... Да этот бот вообще против нас играет, походу. Ты видел, он прям до конца вел его прям, yeah, в наши ворота. О, о! И я доигрываю. И я доигрываю, и я не попадаю, как всегда. Я попал. Чувак! О, мой гол! 1-1, ладно, нормально, сейчас мы отыграемся еще. Смотри, он застилил, прям летело, 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 и он такой, ну, я пошел в эту стильную, эту гол, ху-ху. 1-1, косил, блин. Ну, пока неплохо. Я ему устрою. Давай, давай. Устраивай. Угу. Отобьешь, отобьешь, давай. Оп, красава. О, меня подтолкнули, приятно. Да, блядь, кто мне вот помешал, бот или ты? Не я, чувак, точно не я, возможно, бот. Мудачий бот. Стоит на месте просто. Я был дальше от тебя. Возможно, конечно, типа ты это про меня так говоришь, просто я не понимаю, типа, что я сделал не так. Найс. Случайно забил. Смотрим, смотрим, смотрим. Бэнк. Пропускай, пропускай. И бэнк, мать его. Ну, красиво, красиво. Да, если бы ты, там бы не получилось бы забить. Первое касание за мной. Сейчас я вам покажу. Ой, нет, не покажу. Потом покажу. Лучше бы ты показывал, ничего здесь. Те же дети смотрят. Ладно, ладно. Прикрывай плащик. Эй. Нормально, нормально все. Вижу пока что нормально. Пока что можно не плакать. Ай, фак. Найс. Уходи вперед. Нет ускорения. А у них у всех ускорение постоянное почему-то. Отбил. Вижу мяч. Это будет удар. Удар. И. Меня помешали. Я ж просто не вижу, кто передо мной прям. Я пробелечку иногда нажимаю, чтобы удобнее было. Мне неудобно, если честно. Гол. Нет, к сожалению, нет. Тогда я сейчас забью его. Ну, блять. Не могу с матами. Без матов не получается вообще. 18+. Да, точно. Дисклеймер. Найс. Да просто я уже лечу. Этот бот берет мне просто все и портит всегда. Уже раз 50 уже такой был. Ну, это бы опасно. Мы хотя бы взяли реванш. С ботами даже, которые сами себя забивают. Выигрываем. Давай, я в защите. Кстати, бот забил 2 гола, а я ни одного. Ой-ой-ой-ой-ой. Возвращаемся обратно, быстро. На базу. Я не могу встать. Готов принимать мяч. Бью его. Скотина! Он бы полетел чисто, если бы я успел. Нет, возможно, был бы... Чувак, я был слева от него, я смог спокойно. Ну, фиг знает, возможно. Справа от него, точнее. Ну, давайте... Всем спасибо за просмотр. Да, на этом закончим, ребят. С вами был Лекс и Максим Аполло. Всем доброго. Йоу.